Каждому предпринимателю личный кабинет. Соответствующий сервис запустил пенсионный фонд. Пилотной площадкой стала и Чувашия. Пока сервис работает в тестовом режиме. Но предприниматели уже могут опробовать его, проверить платежи по страховым взносам в фонд. Ольга Григорьева с подробностями. Пока предприниматели все еще по старинке идут в управление пенсионного фонда в Чебоксарах, чтобы получить информацию о задолженности по страховым взносам. Но уже сейчас они могут прямо с рабочего места узнать всю информацию, благодаря запущенному электронному сервису. Для этого под рукой должен быть компьютер с выходом в интернет. Сервис «Личный кабинет предпринимателя» находится на сайте Чувашского отделения пенсионного фонда. У него два режима – без регистрации, когда возможно лишь посмотреть свою задолженность по страховым взносам, и с регистрацией, когда предпринимателю открывают личный кабинет у этого режима. Возможности шире. Также предприниматель может просмотреть как начисления, так и уплату за предыдущие годы. Для этого нужно предпринимателю зарегистрироваться на сайте, но для этого перед регистрацией нужно заполнить заявление и принести в пенсионный фонд для регистрации. Каждый желающий получить ключи от личного кабинета должен принести заявление сам, но один раз. Так предприниматели дают согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных. Указывают номер мобильного телефона. Впоследствии на него приходит смс-сообщение с кодом активации, с помощью которого вы регистрируетесь в программе. Заявление от предпринимателя специалисты фонда будут принимать весь июль. Более 30 человек в Чебоксарах уже открыли личный кабинет в пенсионном фонде. При подключении к данной услуге индивидуальный предприниматель имеет возможность в режиме реального времени со своего рабочего места просматривать начисление страховых взносов на любую отчетную и текущую дату. Может просматривать уплату страховых взносов, просматривать оплату задолженности по страховым взносам, а также имеет возможность распечатать именную квитанцию со своими инициалами по уплате страховых взносов и оплачивать ее через терминал. Это очень просто. Электронный сервис призван улучшить взаимодействие между плательщиками страховых взносов и специалистами фонда. Сам электронный сервис пока тестируется и, возможно, к концу года его запустят окончательно. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика.